17 сентября 2018, Анапа. Детки занимаются. Приглашаю вас прогуляться на центральный пляж, посмотреть, что да как с погодой, с водичкой, состоянием пляжек. Сейчас у нас раннее утро, наверное, микрофон вы ощущаете, такой приличный ветерок, довольно-таки прохладный, но так как это утро, и смотрите, тени 21 градус с учетом ветра. Туалет, переодевалки, раздевалки продолжают работать. Вертолеты уже тоже кружат. В общем, все еще работает, просто сейчас для вас сегодня решила пораньше снять сюжет. О, что я вижу? Водоросли убирают, даже на тележке возят. Первый раз вижу, что возили. Обычно носят или тракторами. Новшество, новая техника. Что за травку нам вынесла? Морская трава, как вы говорите, ее называют. Вот из нее как раз и делают утепление дома, матрасы. Это водоросль морская. Такая приятная. А уж как она по-научному называется, не знаю, подскажите. Приличный такой выброс ее. Ух, а в той-то стороне. В общем, штормом повыкидывало очень много разных водорослей с каменного. Поближе вам покажу. Какая подушка прямо. Они в воде плавают, бурые. Все бурые. И температуру водички. У берега, учитывайте, 22 градуса с утра. Поэтому, так как сейчас утро, на день прибавим 2 градуса, с глубины уберем 2 градуса. Так что где-то температура так и есть, 22 градуса в среднем. Ух! Ну ничего себе. Смотри. О, не хватает моей. Я ни одну не могу опуститься. Нет. Вот так. О, такая прям. Я такое, честно сказать, первый раз в таком количестве именно вижу в одном месте спрессованное. Ну, может быть, ее тракторами собрали сюда с утра пораньше. Я не знаю. Как вариант. Но вряд ли. Почему-то мне кажется, если бы они собирали, то вот такими бы кучами. Такой вообще довольно-таки приличный выброс водорослей за ночь произошел. Притом разных. И красных, и травы. Мы ее называем, которую я вам сейчас только что показывала. И по всему побережью. Вот здесь красная. Там вот, смотрите, зеленые. К пирсу опять красные. Сейчас пойдем посмотрим. Бурые. Их называют в простонародье. Ну, убирают, убирают. Эти водоросли легко очень убрать. Поэтому... Вот, смотрите, они прямо в воде. Конечно, эти водоросли проще убрать, чем те. Они... другой структуры, они такие цеплючие, раз, легко зацепляются, толстенькие по сравнению с теми, а эти
А те, которые у нас обычно, они почти как будто из воды состоят. Эти раз-два и все, конечно. Чистенько все за Анапкой. Всем спасибо огромное за внимание. Присоединяйтесь, будьте в курсе, что творится на пляжах Анапы. Всем удачи! Один трактор даже застрял, не выехал, пришлось тягачом вытягивать вторым. Это водоросли. Хотела уже уходить с пляжа, но все-таки поделюсь с вами своим впечатлением вот за час пребывания моего на пляже. А я одета, я довольно-таки по-теплому, потеплее, теплее, чем люди в купальниках. Я замерзла, друзья. И вот температурка 22. Солнышко то прячется, то снова выходит. И без солнца температура выше 21 градуса не поднимается. Сейчас идет она, тучка. Как только спрячется, будет 21.